Я не могу. Да. Финал. Сейчас. Сейчас, секунду. Ладно. Ага. Так, стоп. Одевай. Ага, шлем. Да нет, в основном-то это. В основном вход. Миша, привет. Здрасте. Привет. Здорово. Здорово. А ты что, ездил в Кир? Нет, не поехал. Что-то я так не собрался просто. А надо было бы. Иди, Саш. Одевай. Жарко. Короче, получается, если где-то ладно дорога, то тут немножко
Сань, надо шапку без бля. Нет, сейчас еще один эпичный кадр. Я здесь живу и ни разу не каталась. Я два раза где аптечка? Он там пришел, что ли? Вот так вот примерчику. И я там тяжесть стадия. Вот вы поворачиваете. И делаете 3-2 кинешные ворота. Да, это поворачиваете там. Температура воды 20 метров. 3 круга на велосипеде, 3 круга на беге. Да, в травике все по напряжению, да? Участников есть вопросы? Сейчас мы вас ждем. Внимание! Внимание участников соревнований! От имени Федерации Триатлона России
и желаю всем высоких спортивных результатов, побед. Но самое главное, приоритет для нас – это ваша безопасность. Вкратце напоминаю правила велогонки. Это Паралимпийский год. И у нас на Паралимпийские игры Рио-де-Жанейро уже подряд. Это Вероника Габитова, которая представляет два региона. Пожелаем им успехов в Рио. Удачи на старте. Наборами велосипедами. Миша, ты как, бежишь что? Так я сбежать не сбегу, вот я думаю, как одевать, там не стул, ничего, Сиди не получится. Идет. Сиди не получится. Не, наверное, получится. Внимание участников! Просьба собраться на стартовом плотике. Все, справляйся, справа по правую сторону. Ся, покажи ему, где выходить. Чего? Фотографии просто, может быть, подбудет? А, да, скинем, найдете. Скиньте мне хотя бы, как-то выжать, да? Я сам не могу сделать. Вот. 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 Вот
Ну да, где-то уже все сейчас приходит. Кричим, может, Денис, да? Давай. А? Снимай, Денис ее там. Одержим лидеров! Давай, давай! Ребят, лишнее можно попросить? Мы, да, 2 секунды и уйдем. Сейчас утонет все, потом... Да, это точно. Да, да. Я тут наш старый спортсмен, который предстоит участвовать в Олимпийских играх, собирается на станции на гонке. Это судейская машина. Шестисотый он сказал. 600 вроде. Не может такого быть. Тогда шестой какой-то сказал. Ну, 600 там было. Нет, он сказал 600. Он просто убегался, уплавался. Да, ну, здесь. Может, 60. Да, может, 60. Шестидесятый поставьте по знаком вопроса. 60 под знаком вопроса. Денис. Миша, Миша, давай, давай, давай! Закатывай! Итак, наш спортсмен Михаил Коматаев. Нижний Новгород катается на дистанцию. Любители бега Сан-Диего, штат Калифорния, США, провели первые соревнования по триатлону. Европейская федерация триатлона. В 1985 году проводится первый чемпионат Европы. В 1994 году МОК на заседании в Париже принимает решение считать триатлону. Спортсмены массово стартуют, заплыли на... Вау! Давай! Есть, смотри там, ну ладно. Thank you.
Мишка. Миша! Давай, давай, давай! Миша! Миша! Давай, Миша! Давай, 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 Миша! Давай! Миша, работай, работай, нагоняй! Ветерок обдувает. Одна минута. У тебя не было сегодня? Нет. Разом? И спортивную съемку тоже шел? Был немножко. Пошел, 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 накатывай! Ребята, нас продолжают перестанцы на четвертой гонке на погоду чемпионата России. И также поступает 28 Егоров, чемпион Европы и мира. Thank you.
только это, да? Чуть ли не с первым едет. И сейчас отправится на дистанцию круга на 5 километров. Еще один участник закончил гонку. Это Андрей Толстиков, Москва. Миша, раскатись, поработать надо. Завтра отдохнешь. Давай, давай, дыши, дыши. Итак, это лидер Парновой Александр Янчик, Тюменская область. Раскатывай, раскатывай, раскатывай. Нифига себе. Он даже искусственное дыхание, по-моему, делает.
Искусственное дыхание даже, по-моему, делают. Александр Янчик, имеет цель заходить в последний круг. Он убежал где-то третьим, пятым, да? Ну да. Наверное, посмотрели, может. Миша, молодец, молодец. Давайте пойдем.
Теперь можно отдохнуть. Нет, нельзя. Самый радость. Теперь улыбка на лице, да? Жизнь прекрасна. На финише. Вода на дне ничуть не холоднее. Да понятно, после дистанции-то ничего не изменится. Холодно. Давайте окунусь. Аня, аккуратно. Давайте за меня будет держаться. Так? За шею. Да страшно. Ты не прыгай. Давай. Большой рентген. Куда поплывешь? А на беге вот. О, пришлось чуть-чуть поддержать себя. Молодец вообще. Постарался. Ну что, он первый на Олимпиаду есть. Вот первый такой плохой. Но он все равно ехал. Если даже второй был. Он уехал бы, да. О, а помочь? Никто не надо. Ты бегла, иначе он бледный ходит, смотри. Старт отдельного этапа. Сегодня здесь показали время, которое... По времени зависит от сложности трассы, но пока все результаты еще не объявляли, что очень много сказать. Ну а по ощущениям, например, как прошли? По ощущениям... Итак, следующий участник, Александр Рыбаков, финишировал под 158 номером. Новочевский парк, Новочевский олимпийская дистанция. Прошу вас приготовиться к построению. Можно. Михаил Колмаков, есть ли у вас кандидат на транспорта мастер спорта и есть ли уже международный класс? Пока нет. Просто мы мастер спорта. КМС. КМС. Финишировала Анна Пучкова, участница предстоящих паралимпийских игр в Бразилии, бронзовый призер прошедшего чемпионата мира в Казани. Но по своему классу группы по Т3 я за первым местом. Меня это лучше показать в России, поскольку я не лучше перебиваю. Но все равно есть к чему стремиться, чтобы дальше все. Просто руки хорошие. Гораздо проще, нежели где-то на других. Проще, потому что дистанция знакома и поддержка очень даже горячая. Поэтому выступить за себя это одно, а оправдать поддержку это второе. Едете на Олимпиаду? Нет, я не еду, потому что на склад. На понтончике, все. Во-вторых, я не выступал на международных стартах. И у меня есть соперник, который недавно занял первое место на чемпионате мира Денисом Гудзом. Поэтому я пока... А хотелось бы участвовать? Конечно. Сейчас устроим Ане Пучкову, какой вот сегодня был самый трудный триатлон. Тут даже меня не спросили бы, если это не русский. А на каком по тебе сегодня триатлоне был самый трудный? Как у тебя сложилось было? Расскажи буквально немножко, да. Ой. Мне велосипед всегда трудный. Вот. И не люблю плавание, но только начинать. Плавание обычно мне легче всего дается, но вот начало гонки самое такое страшное. Как солнечный вода в другом канале? Дай свой. Отлично, теплая, но грязная. Ну что, лучше грязная или теплая? Если вода была очень чистая, была бы просто комиссия, так что я не хочу задерживать. Спасибо вам огромное за организацию, вообще за это прекрасное мероприятие. Спасибо. Пожалуйста. Приезжайте чаще. Читать грамотно силу на плавание и на велосипеде не тратить всю свою энергию, оставить на беге. Почему? Потому что жара, она
она забирает больше сил, чем мы предполагали. Ну а про проведение дистанции могу сказать следующее, что я очень доволен тем, что организация, скажем так, очень организованная, горячая поддержка нижегородцев и приезжих. Параатлетам всем спасибо, это нам очень помогло. Всем участникам удачных стартов. Мы давно болеем. Так, сейчас мы дадим слово врачу, врачу физкультурного диспансера. Она тоже вам скажет необходимую информацию. Если чувствуете себя не очень хорошо, чувствуете, что не справитесь с дистанцией, лучше заранее уйдите, мы вам окажем помощь. Ладно? Договорились? Потому что раньше вы не будете полного удара. Спасибо. Спасибо. Турнир по триатлону, он уже собирает сильнейших спортсменов со всей России. Я вот как руковожу 3 года департамент по спорту, каждый год стараюсь посещать эти соревнования, потому что здесь собирают все кто лучшие во всех видах спорта, и в беге, и в плавании, и в велосипедном спорте. Я хочу всей души вам пожелать легкого старта, берегите себя, примите, покажите все, что вы тренировались, на все, что способны. И самое главное, без травм. Я думаю, будет не лишним пожелать успеха нашей олимпийской и паралимпийской сборной в Рио, чтобы они тоже привезли как можно больше наград. Успехов вам! Спасибо. Пока у нас скоро еще тренировка, у нас есть немножко времени. Я вам сейчас расскажу по поводу наших гонок. Мы тогда будем до канала. А доплывать до последнего буя. У вас остается с правой стороны, с правого плеча. Оплываете параллельно, есть небольшая часть, где очень большая ложа и ямка. Поэтому сократили, и у вас будет, запомните, 6 кругов. Судьи вам круги не считают, круги вы должны считать сами. И судья вам круги не говорит. Потому что судья вам может сказать даже и неправильное количество кругов. Участник должен считать круги сам. После 6-го круга здесь на этой желтой линии вы должны слезть с велосипеда и после этого оббегаете транзитную зону, бежите по правому плечу направо, так же как в плавании забегаете, за бег также выбегаете. И уходите вот сюда на дистанцию бега. На бег вам предстоит преодолеть 3 круга по 350 метров. Вы бежите прямо, поворачиваете на Робинзон, и поворот у Робинзона у вас будет практически напротив, вот за вашей спиной. Там будет тоже пункт питания на беговой дистанции, так же, как у пары спортсменов. Вот после этого желтого флага номер участника одевается в транзитной зоне на велосипед. Номер у вас должен быть сзади. Во время бега, когда вы бегаете из транзитной зоны, номер просто поворачиваете вперед. Номер на финише должен быть обязательно вас виден. Там номер всего спорта, вас электроника вас не возьмет, то вы окажетесь без. То есть, пожалуйста, обратите на это внимание. Пенальти-бокса у нас не будет, как на официальных соревнованиях. Просто участник может получить 15 секунд штрафа. Поэтому будьте внимательны в транзитной зоне. На дистанции велогонки для соревнований запрещен. Вы все, наверное, это уже знаете. Так, температуру воды я сказал. Андрюх, увидишь? Вот это зеленая сейчас. Да, вон так. Тогда у нас проблемы. Проблемы.
ты отсюда вообще ничего не достанешь? Сфотографируй. Почему? Достанешь? Готовься. Готовься. У меня тоже. Оба понтона. Еще причал и два корабля. У кого? У тебя. Посмотрим, наверное. Здесь нет, сейчас ведь раз и все, прощелкаю. Я теперь на первый кто был. Тебе встать, наверное. Разница. Она пол сантиметра, я бы его еще. Ну, запись попробую Танжику. Здесь вот заснять, как они в горы поднимаются. Ну, на видео. Uh-huh. А я там перекрою вот дом переодевание. А, или в принципе на переодевание ножички пойти. Ты помнишь, где он примерно стоит, да? Ну, куда будешь в конце. Ну да. Как он переодевается? О, теннис пошли. Андрюха молодец, первый в зеленой шапочке.
10 телефонов, блех, не дозвонишься, здорово. Кир такой, есть, ну должны же где-то быть. Не ругайся, пишет. Я тоже хотел тебе позвонить. Все как образе. Нет никакого триатлона в интернете. Горько. А тоже хотел посмотреть. Я не знаю. Я говорю, я поехал. Там 32 градуса. Ты один, да? Ну да. Ты опоздал на старт-то маленько. Ну, да, только что там. Ты там был? Нет, смотрел вот оттуда. Пусть как-нибудь десятку бежать, потом сороковник тыхать. Наш первый плывет, он в зеленой шапочке. И последний, говорит, тоже зеленый, да? Да. Потом будет перезайдет. Звоню на эти телефоны. Ну, это Сань где-то оставил вам там дудит где-то в другом месте. Так один что, не взяла его? Ну, да ладно, Сань, что нормально. А, ты нет. Ты сказал... Я же его не включил это. На это. Пойдем искать велосипед, просто больно. Нет, да. Другое место вкрутил педаль. Я просто вспомнил, что они всю жизнь, вот этот Александр подъемный. Только здесь формально. Ну я тоже мы выехали, я телефон не взял. Не, не полезет. Да и ничего страшного. У нас так больше развлекало, нежели. По 7 с утра бегал, 6 утра. 10 умылся на них. Утром было вообще там столько места. Смотри, какое отрывище, офигеть. Это что-то запуск. Один упал одному уже, нет? Перегреться, ты чувствуешь? Я как мышу цепь мажу, с нос течет, ручьем просто, ничего не делал. Я сейчас дома только лежу, вот так лежишь, не двигаешься, хорошо. Двигаться начал, потекло. А не делай, вот здесь на мостиках. Где? Вот тут на мостиках. Они сейчас вон до тех буйков плавают, обратно вернутся. Я тут где ботинки. Ботинки вот здесь. Вот через дорогу вот. А, через дорогу даже, да? Да. Плохая была.
десятка. Средний темп у них четверка, наверное. 40 минут будет бегать, 35 минут. Очень большой, круто. Я хрен знаю, здоровье. Тут тоже тяжело, опускать. Давай, пока, брат, бежи, давай. Саша, молодец! Работа, работа! Молодец, Саша! Давай, молодец, молодец, молодец! Молодец, Саша! А, вон он плывет. Где? Вон он. Пятки желтые, видишь? Андрюха, давай, 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 давай! Молодец, хорошо идешь, Андрюха. Раздышись. Аккуратненько.
Вот он первый идет. Андрюха разозлился! Видно было, что неправильно заходит в поворот. Давай. Нет! Ну смотри, конечно, как будет заходить. Видишь, какая там красота. Андрюха. Если хочется лезть куда-нибудь. Ты там проехал и разодрал борт. Потом снова закупал. Я купил, наверное, ну, сантиметр. Пора бы тенек. Андрюха, давай, давай! Ты догнал меня? Ну, правда, есть тоже подсели. Сейчас они так и будут. На ком-то их группой так. Да-да, все правильно. Наверное. Выходим. Одного раза хватило, чтобы не учиться. Ну а что?
Горная, давай! Молодцы, молодцы! Чёрт, смотри, за ним идёт. Через 5 минут старых спортсменов для награждения Санкт-Петербургского чемпионата России. Сейчас старых спортсменов тоже через 5 минут подойти на награждение. Сюда врагом. Коркин Андрей. Oh.
следующая группа «Интеграл». Победителем стал Рыбаков Владимир. Приглашаю его на пьедестал. Молодец! Молодец! Второе место. Асташов Михаил. И третье место. Чернусов Роман. Приглашаем также победительницу в группе МРТ-2 Горбетову Веронику, участницу предстоящих паралимпийских игр в Бразилии. Yeah.
Если будешь сходить, переходи на шаг нормально, но не сложно, не сходи. Попей нормально, попей. Давай, давай, Андрюха, молодец! Так, польем тебе, давай, стойди! Сюда, иди сюда, 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 поливаем! Андрюх, на! Выливай полностью на себя! Не спеши! Давай, 5 литров останови, полей нормально! Давай, давай, на кепку, чтобы она у тебя сушилась! Давай, давай, все! Водюхи дай, водюхи его! Смотри! Андрюха, смотри, смотри! Смотри, где он у тебя? Обливайся, Ань. Мужик, почку прям выжил. Чего с топтами? Обливайся,
Облейте, облейте. Дистанция спринтерская, плавание 300 метров, велогонка 8 и бег 2 километра. Плывете по прямой, разворачиваете напротив, оплываете высокий вы, желтый, желтый. Вот эту дистанцию вам расставили, стоят два буя, плывете до желтого буя, у вас остается дорожка зеленая. Здесь по ступенькам выходите, поднимаетесь по отзитому зону. По правилам все понятно, да? Проблем нет. Поверьте, желтый. Здесь раз все просто. Давно приехал? Давно приехал? Ну, 13. Бежим, здесь уже нарисованы стрелочки. Я не застал плавать. Прибываем в транзитную зону. После плавания стрелочки до отметки 2 километра, там поворот. Поворот здесь будет, вот в этом зеленого флажка. Подойди. После второго круга. Забрать свои вещи. Приезжайте сюда. Вот в этом зале линии снижаете. Бегом бежите в транзит. Здорово. Нет, я нормально чувствую себя. Прекрасно. Бежал, самочувствие. Ставите свой велосипед. Вырубала ногу после велосипеда. И выбегаете, туда дальше бежите, отбегаете транзитку. Так вот, плавно вы забегали сюда. Нет, так что. На бег выбегаете обратно. И бежите по левой стороне. Пойдем. Здесь у вас будет пункт питания. Добегаете туда 500 метров. Там что было, да? 50 это вообще шар. Нет, тут Андрей 19 вроде бы, да. Нормально. Ой, как хорошо финишировать, а! Машка, плыви ко мне! Как хорошо! То есть еще раз не побежишь сегодня? Куда еще раз бежать? Не спеши никуда.